Юран, это что-то хорошее. Так, сейчас рвем когти, его взвешивать. Секунду, подожди. Люблю рыбалку! Пацаны, разверните его. Нет, рукой приподнимите, вот так, пацаны, и все будет видно. Все. Не надо тут спешки, тут надо все делать очень аккуратно. Сейчас и плавать. А зачеты, ребята, мы точно знаем. Да. Андрей, можно перекрывать? Сколько? 9 килограммов 470 грамм. Я не перекрываю! 470! Добрый день, друзья. Ну что же, вот наши герои сегодняшние. Команда «Люблю рыбалку», которая выловила огромнейшего судака. Ребят, расскажите, как вам удалось добиться таких результатов? За 35 минут до финиша мы поимели эту поклевку, которая не предвещала появления крупной рыбы. Ну, потом он чуть-чуть поборолся, был удачно зафиксирован в подсачке, и мы полетели сюда в надежде отпустить его живым. Ну что же, до встречи. Спасибо. Во втором туре. Всего Пойдем доброго. Отпускать. До свидания. Самую крупную пойманную и отпущенную рыбу первого тура награждается команда «Люблю рыбалку». Друзья, Александр Романов, Кокорин Юрий, спасибо за вашего грандиозного судака. Чудесная рыба, и большое спасибо, ребята, что вы привезли его живым. Это просто фантастика. Спасибо большое. Судак такой первый, единственный в жизни. Халява. Пока. Пока. Ну, очень приятно смотреть на вас отсюда. Большое спасибо.